Здравствуйте, друзья! Вы на канале Red Fury MMA. И в этом выпуске я перевел для вас интервью Дана Вайта о предстоящих планах Конора Макгрегора выступить в легком и в полусредних весах. Также Дана объяснил, почему Конор не выходит против Гейджи в субботу вечером. Друзья, самая главная благодарность – это ваш лайк, поэтому не пожалейте и поставьте лайк перед просмотром этого ролика. Всем вам, друзья, желаю приятного просмотра! Когда анонсировали этот бой, фанаты начали говорить, а он должен был выйти против Гейджи или против другого. Ковбой выступал... Я не слушаю всякий этот бред. Вот, Лос, смотри, послушай, этот бой, этот бой нужно было организовать. И, ты знаешь, всегда будут люди, которые будут говорить, должен быть тот или этот. Продано билетом на 10,5 миллионов долларов. Все цифры говорят сами за себя. Как бы, как бы ты не считал эти цифры, Ковбой Сирони находится в этом спорте очень долгое время. Он входит в список топ-5 бойцов в мире. А Конор не дрался долгое время. Эти двое очень долгое время обсуждали этот бой. Это тот бой, который нужно было устроить. А бой с Гейджи таковым не был. Гейджи отклонял некоторые предложения. И он не хотел драться в каких-то определенных боях. А так Гейджи получил бы этот бой. Является ли это неким уроком для всех бойцов, которые приходят в UFC? Все, кто приходит в ростер. Если ты посмотришь на ковбоя последние 9 лет, он вообще отклонял бои? Никогда такого не было. Он всегда готов выйти. На 100%. Это именно так. Гейджи не находился в той позиции для этого боя. Если вы думаете, что он был, вы не правы. Я говорю об этом. Это тот бой, которого нужно было устроить, а бой с Гейджи таковым не был. И, и все относятся так к ковбою, как будто бы это проходной боец для Конора, что еще раз доказывает тупость этих людей. Я про фанатов и... или те, кто следят за этим спортом. Это отличный бой. Но насчет Конора. Он вышел и анонсировал то, что он хочет быть активным в этом году. Что он хочет драться, будь то это в легком или в полусреднем. Если он пройдет ковбоя в эти выходные, в твоем понимании, какой исход нам нужно ожидать в следующие 6-12 месяцев? Что, если ковбой выиграет этот бой? Нет, если Конор выиграет в этом бою. Ну что ж, послушайте, я много раз говорил об этом. Конор верит в то, хотя я и не видел последнее интервью Конора к этому поединку. Но я полагаю, что Конор должен был это сказать. Он так чувствует. Он не верит в то, что, что э, он не верит в то, что бой Хабиба против Тони состоится. Вот поэтому он хочет этот бой в полусреднем весе. Он хочет этот бой в 170 фунтов, потому что он верит, что тот бой не состоится. И что именно он сможет согнать до легкого, чтобы забрать этот бой, а затем подраться. А ты дашь ему этот поединок? Что ж, послушай, я не заглядываюсь за спину ковбоя. Дождемся сначала субботу, а затем начнем думать. Очевидно, есть и другие соперники в 170 фунтов. У Масвидаля был просто великолепный год. Может быть, там что-то состоится в конце этого года. Мне нравится видеть Конора в легком весе, а не в полусреднем. Но Конор, который дерется в полусреднем весе, это именно тот Конор Макгрегор, которого мы любим. Знаешь... Люди будут говорить. Ты говорил об этом минуту назад. Они скажут, должен быть Гейджи, тот или этот. Конор Макгрегор возвращается после очень долгого простоя и дерется Против ковбой с Ирони в 170 фунтах. Эм, Конор выиграл один бой и проиграл один бой в полусреднем. Мне и тогда не нравилась его идея подраться в полусреднем. Эм, так что тут большая разница. Это тот парень, который выиграл пояс в полулегком весе. Затем многие люди сомневались в том, что, что он сможет выиграть бой в легком. В двери его боя с Эдди разом все были такие. Сейчас Конор будет драться с парнем, который очень сильно бьет. И который хороший борец. Конор не только выиграл этот бой. Конор выиграл бой в легком весе, с легкостью. Бою с Эдди разом И сейчас Конор будет драться с парнем, который очень разносторонний, у которого техника на земле просто недооценена. И который просто дрался абсолютно с любым. 170 фунтах. Так что, это будет грандиозный бой в субботу. Это очень сложный бой для Конора. Все, кто ставит, сошли с ума, делая Конора фаворитом 3 к 1 в этом поединке. Давайте дождемся субботу, а затем посмотрим, что ждет Конора. Но мне бы хотелось увидеть Конора в легком весе. А на этом я прощаюсь с вами, ребята, до следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!